Всем привет! Мы продолжаем играть в черепашки ниндзя, мутант Милли. Я все тут прошел. Мне жалко его удалять заново. Я не буду, мне жалко все пройти вот эту. Еле-еле прошел. Когда я малый был, маленький, ну где-то 7-6 годика, я это прошел, или 8 там, я это с легкостью прошел. Сейчас что-то случилось. Давайте начнем с Лео. Хотя Сплинтер учит черепашек быть равными во всем, Лео часто выступает в роли лидера. Он планирует и возглавляет атаки, а также успевает непокорного Рафа. Из-за этого среди черепашек нередко возникает трение. И тогда авторитет Лео оказывается под сомнением. Чтобы доказать, что он настоящий лидер, Лео решает в одиночку победить самого Шреддера. Ну да, вроде Лео приключение это так сложное. Первые до-ё или до-ё, что за название? История. Время для тренировки. Использую свои комбинационные движения, чтобы развить эти груши. Тренировку. Уничтожь все груши для бития раньше, чем за 60 секунд. Так, давайте начнем. Управление тут, как я говорил, сложное. Хотя это не такой уже легкий уровень, может быть и сложно. Иногда я его проиграл, даже если вы не верите. А может вот такой? А может вот такой? А может вот такой? Вот, ну так не так уж и легкий. Вот такие. Давай уже разбись ты, груша. Ладно, комбинацию вот такую. Ну вот, видели. У меня что-то иногда так не получается. Вот этим можно пропускать. Нам не дается знаки, потому что я все прошел. Так что. У нас идет автосохранение. Ну и всем пока.